Ко Дню народного единства в Большом Серпухове прошел автопробег, который собрал более 300 автомобилей. Участников и взрослых, и детей было намного больше. Подробности в репортаже моих коллег. 10 часов утра. На площади у здания администрации Серпухова особенно многолюдно. Великое количество машин. Собравшиеся приветствуют друг друга, обнимаются, делятся новостями. По замыслу организаторов, а это общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество», автопробег символизирует направление вперед большой единой команды. Перед началом автопробега с приветственным словом к участникам мероприятия обратился Федор Чудинов, заслуженный мастер спорта России по боксу, чемпион мира. Вы знаете, спорт научил меня вот нескольким вещам. Основное правило для победы – надо работать в команде. То есть должно быть единство, сплоченность. Я рад, что сегодня так много людей пришло сюда, чтобы показать, что мы едины. А пока мы едины, мы непобедимы. В Серпухове автомобили проехали колонной от здания администрации до Соборной горы. Здесь играла музыка, и всех желающих угощали вкусным пловом. Я хочу всех участников автопробега сегодняшнего поздравить с Днем народного единства, поблагодарить всех, кто участвует в данном автопробеге. Для нас это очень важно. Люди, которые сегодня здесь собрались, они проявляют мужество, любовь к родине, показывают свой патриотизм. Хочу поблагодарить каждую семью, поздравить ее с сегодняшним днем, Днем народного единства. Мы многонациональная страна. Член местного политсовета партии «Единая Россия» Андрей Тихонов тоже принял участие в мероприятии. Он подчеркнул, что автопробег задал серпуховичам отличное настроение на весь день. Большое, огромное количество автолюбителей приехало. Более, наверное, мне кажется, более 250 машин было. Огромное количество. Все с позитивным настроем, все радостные. Ну и сами видели по дороге, как встречали люди нас, эту колонну. Все приветствовали, махали руками, одобрительными жестами. В завершении общая фотография, чтобы сохранить память участников об автопробеге.